Господь для того нас, наверное, создал с руками, с ногами, со всеми здоровыми, чтобы мы могли помогать людям, которые с ограниченными возможностями. И однажды я даже слышала такую фразу, что эти люди у Бога на особенном счету, что проверяется таким образом наше сердце, насколько мы будем открыты к взаимодействию, открыты к взаимопомощи, открыты для того, чтобы служить этим людям. Богу не важно, насколько человечески мы ограничены. На примере Моисея, то, что он был косноязычен, Господь употребил его для своей славы. И сегодня приводились многие примеры тех людей, которых сегодня Господь употребляет для служения тысячам, я даже не побоюсь, десяткам тысяч людей. И когда просто они, скажем, не имея рук и ног, может быть, кто-то не слышит, не видит, но Господь их сильно употребляет для того, чтобы рассказать об Иисусе Христе и чтобы как можно больше людей пришло к покаянию и познанию Бога.